Международный торговый центр является инициатором программы, которая проходит в 6 странах. Называется «Восточное партнерство». И одной из 6 стран является Беларусь. Мы, как яркая, скажем, ассоциация, как фокус-группа, мы привлекли внимание международной технической группы, мы привлекли внимание Международного торгового центра, который год назад был в Беларуси с деловым визитом, и они определялись с сферой, которую бы они хотели поддерживать, и поддерживать финансово. И на первой встрече это были представители нескольких ассоциаций, скажем так, деревообрабатывающие, сельское хозяйство, фэшн, который представляла я, и также косметологическое. И я так понимаю, что наша презентация и уверенность, как мы на сегодняшний день потенциальный фэшн-рынок Беларуси, привлекло именно их в сферу поддержки, именно в сферу моды. Программа международной технической помощи со стороны Международного торгового центра началась в 2017 году в 6 странах параллельно и закончится в 2021 году. В Беларуси сейчас идет процесс регистрации программы на уровне Министерства экономики. Это определенные документы, процедура, которая должна быть соблюдена. Но уже целый год я, как председатель общественной организации Белорусской палаты моды, мои коллеги и представители Международного торгового центра, мы уже начали, скажем, работу, подготовительную работу над проектом. Потому что как только подпишется документ, мы официально должны быть готовы приступить. На протяжении этого года мы с представителями Международного торгового центра анализировали отрасль, мы доказывали на бумаге фактически ее потенциальные перспективы. И поддержка будет заключаться в, скажем, оказании услуг по консалтингу и тренингам, которые будут проводиться для выбранной фокус-группы, потом составление, скажем так, дорожные карты, но мы называем это Fashion GPS, когда нашим компаниям будет предоставлена методическая помощь, как выйти с твоим продуктом конкретным компаниям на рынок Европейского Союза. Ну и самое главное, то, что в принципе является фундаментом этой площадки, этой программы, это оплата софинансирования участия на европейских выставках в Италии, Германии и Франции. Три страны мы определили, потому что мы анализировали на протяжении года все компании, ключевые компании, выбрали фокус-группу. Фокус-группа входила 100 компаний, потом фокус-группа на примере 100 компаний, которые мы посетили, проанкетировали, у нас появилась информация, какие страны интереснее всего, кто хочет, какие потребности у компании, кто хочет их видеть, какие перспективы. И, конечно же, мы рассчитываем, что первое участие, скажем, фактическое участие и фактическая помощь со стороны Международного торгового центра, это вот финансирование выставок, это очень поможет белорусским компаниям, и на основании этого, этого опыта бренды не только смогут попробовать, но и остаться на территории Европейского Союза уже с хорошими клиентами, экспортными поставками. Я думаю, от этого выиграет не только частный бизнес, но и страна в целом.